Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители, которые смотрят мой канал. Я сегодня хочу вам показать, как я делаю овсяное печенье. Я вот взяла овсянку, залила кипятком. Овсянка это в коробке, которая 3 минуты готовится. Вот. Залила, вот она у меня уже готовая. Теперь я добавляю орехи. Я их должна измельчить. Я вот сегодня добавлю орехи, арахис, клюкву и тыквенные семечки. Можно добавлять чернослив, курагу. У меня, правда, к сожалению, ее сейчас нет. Ну, я вот так делаю. Что у меня есть под рукой, то я добавляю. Так, вот я измельчила. Добавляю масло. Добавляю тыквенные семечки. Ну, добавляю так на глаз. Хотите много, много добавьте. Хотите мало. На ваш вкус, конечно. Как кто любит. Тоже перемешали. Арахис. Клюкву. Я делаю без соли. Арахис немножко соленоватый. А так можно подсолить. Тоже по вкусу. Добавляем одно яйцо. У меня овсянки 1 стакан. Можно больше, 2 стакана. Хорошо это помешать. И все, вот готово. Предварительно нужно духовку нагреть, чтобы она была горячая, чтобы сразу поставить, и она стала запекаться. Вот ложечкой
делаем форму печенья. Не обязательно, чтобы там ровненько было, но тогда еще получается красиво спечется и такими узорчиками разными получается. Смотрите, как вот у нас печенье. Вкусное. Поставим в духовку. Где-то печется оно 30-40 минут. Просто надо следить за ним, посмотреть. Оно будет уже видно, как оно печется. Будет. Так, все. Идем ставить в духовку. Вот уже почти готово печенье. Если вам понравилось это видео, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. До свидания, до новой встречи!